чегибиз урабасын дабасыз дарт баспасын өнөр билимибиз өсөр болсун кырманыбыз эгинге толсун молчулук болсын, токчулук болсун салам алейкум уважаемые наши телерадио слушатели и зрители марал тв марал тв сегодня в гостях в москве И сегодня у нас в гостях наш многоуважаемый заместитель председателя Совета Улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтей Москвы Ильдар Хаджат Аляудинов. Ильдар Хаджат, спасибо вам большое за то, что вы согласились на нашу встречу. Мы знаем, что у вас очень много дел, очень много занятий. И а, хотелось бы спросить, Ильдар Хаджат, как проходит Рамадан? Рамадан проходит великолепно. регулярный. сам себе, и другим напоминаю о том, что Рамадан — это считанные дни. Казалось бы, 29 дней, 30 дней — огромный отрезок времени. Но на самом деле Рамадан пролетает просто очень-очень быстро. И надо стараться это время наполнить максимально. Вот, насколько можно максимально больше благими делами, благими поступками, чем-то значимым, чем-то важным. Безусловно, это время некой такой духовной перезагрузки, всесторонней перезагрузки. К этому призываю себя, призываю других. И по мне проходит великолепно, хамду очень хорошо. Много интересного, много полезного. И Шатер Рамадана, и Ифтара в рамках общин и разного рода активности, и новые проекты, новые идеи, и какие-то проекты, связанные с созданием книг. Сейчас тоже где-то активизируемся, что-то стараемся подвести к, 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 логическому концу, уже завершить. Тавсир наш тоже перевод, смысловой перевод Священного Курана уже передали в типографию в ближайшее время, тоже получим это издание. То есть милостью Всевышнего вроде все, все хорошо, очень хорошо. Надеюсь, то, что вот такое же ощущение переживает каждый мусульманин, каждый человек верующий. И надеюсь, то, что многие, большинство осознают и понимают значимость месяца Рамадан и должным образом его встречают и проводят и провожают. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот... Как получается вот совмещать и работу, и в то же время у вас очень большие проекты, Но вот как вы успеваете на, на все это? Ну, здесь, наверное, самое главное не относиться к тому, чем ты занимаешься, как к работе, к той работе, которая там тебя обременяет, на самом деле не так. Все то, чем мы занимаемся, это в радость. И наоборот, наоборот порой переживаешь, что, что не, хватает, не хватило времени, не хватило сил, чтобы что-то там реализовать, что-то запустить, где-то оказаться, с кем-то встретиться. И здесь такого нет. То, что вот Рамадан, пост, да, воздерживаешься от еды, от питья, и, соответственно, у тебя там меньше энергии, меньше времени. Нет такого. То есть, на самом деле, времени хватает, а в целом, в общем, наоборот, стараешься весь свой день наполнить вот -вот чем-то полезным, чем-то значимым. И по сути своей в Рамадан тоже некая такая благодать, потому что рано просыпаешься. Ну, в Москве, получается, на сегодняшний день просыпаемся в 4 часа с тем, чтобы сагур совершить может быть, несколько там ракетов Тагачуда прочитать. И уже после этого в какой-то степени для меня наступает уже такой активный а, отрезок времени, когда я стараюсь там до 7-8 часов утра, то есть получается где-то еще 4 часа в неком таком активном состоянии находиться. Там вычитываю какие-то материалы, с кем-то созваниваюсь, с кем-то общаюсь, какие-то проекты просматриваю. А потом небольшой отрезок времени это отдых. И потом уже все, ты выдвигаешься и до самой ночи, до 11, до 12, до 12 часов ночи ты находишься в неком таком движении. И в этом на самом деле огромная благодать. И еще раз самое главное, наверное, относиться к этому не как к такой обременительной работе, а это часть тебя, та часть твоей жизни, то, то, чем тебе нравится заниматься. И, наверное, во всем этом самое главное, как бы это, может быть, там банально не звучало, но все-таки, наверное, важно это самим себе напоминать, важно намерение, с которым ты это делаешь. Да, порой слышишь, даже сегодня со, у нас было собрание с сотрудниками, сказал то, что порой вот чувствуешь и даже слышишь от некоторых людей, которые вот некоем такой мусульманском сообществе присутствуют, что вот э, там Рамадан, не Рамадан, люди вот не чувствуют святость и значимость и отрезка, и этого отрезка времени, не чувствуют святость, значимость понятия ради Всевышнего Аллаха. Люди в какой-то момент, несмотря даже на те посты, на те должности в религиозном плане, которые они занимают, такое ощущение, что порой они вот это состояние утрачивают. А да, здесь очень важно, с каким намерением ты это делаешь, с каким намерением, намерением ты просыпаешься, с каким намерением ты там, учитываешь какой-то материал, с каким намерением ты там, подготавливаешь какой-то проект. Это самое важное. Если ты понимаешь, что у тебя благое намерение, в том числе ради своей же вечности, если ты понимаешь, что, что ты стараешься это сделать ради Всевышнего Аллаха, то в этом случае то здесь такого, что ты там устал или там тебе тяжело, но ну, такого состояния просто напросто не может быть, потому что потому что у тебя благое намерение и на основе этого, этого благого намерения ты получаешь уже некую Божью помощь. Ты получилось или не получилось, это уже не столь важно. Я помню, знаете, были периоды, когда какие-то проекты запускали, безусловно, за них нужно переживать, переживать, да, там и, и там на уровне молитвы, дуа поддерживать эти проекты на уровне там некой активности, да, нельзя отпускать. Но в то же время порой ты все от себя зависящее делаешь, но может что-то не получиться. Я помню раньше как-то более чувствительно было ко всему этому, этому там, переживаешь, волнуешься, что и как. Но на сегодняшний день у меня немножко другое состояние. Если ты анализируешь себя, если ты это сделал ради Всевышнего, остальное не важно. Людям понравилось, не понравилось, довольны, недовольны, это не важно. На самом деле не важно. Вот на сегодняшний день у меня такое состояние, но в то же время важно все от себя зависящее сделать и выровнять, выстроить свое намерение ради чего и для чего ты это делаешь. Остальное – это на то уже воля Всевышнего Аллаха Когда мы чересчур привязываемся к людскому мнению, к людскому одобрению, тогда и появляется некий такой состояние некой такой тяжести, и там, недовольство, да, внутреннее недовольство, я думаю, что это не столь важно. Да, вот вчера нам удалось, хвала Всевышнему, посетить шатер Рамадана. Мы знаем, это очень большой проект. И вот этот проект как давно существует? И какая цель этого проекта? Да, проект уже много лет существует. Получается, в этом году уже 19 раз шатер открывает свои врата для всех желающих. В свое время Турция явилась неким примером того, что данный проект можно реализовать и на территории Москвы. И вот все эти годы данный проект, он из года в год, он запускается, и многим уже известен. И в какой-то степени многие шатер Рамадана напрямую ассоциируют с Рамаданом. То есть если Рамадан, то в Москве обязательно должен быть шатер Рамадана. И условно, ну, главная цель была это накормить постящихся, мы понимаем, за это огромная награда. Человек получает такую же награду, как и тот человек, который соблюдал пост, и его награда ни, насколько не уменьшается. Но в то же время э, данный проект, он больше как такой социально-просветительский проект. Цель э, э, рассказать людям, как можно больше, как больше количеству людей, рассказать о религии, о традициях мусульманских народов, показать те или иные какие-то особенности, которые несет в себе мусульманское сообщество, показать это в ну, такой непредвзятой форме, не форме, там, да, порой мы привыкли, что такой дават, да, там, призыв, там, грузит, грузит, грузит людей, там, в интернете ролики, либо какие-то там проекты, где, ну, реально такая идет информационно-эмоциональная, загрузка, когда человек загружает. Порой это вызывает обратный эффект. Порой это вызывает обратный эффект, Не все люди готовы прям такой вот шквал информации воспринимать. А здесь как раз-таки очень удобная площадка тем, что она нейтральная, это и не мечеть, а с другой стороны здесь и накормят, и вкусное угощение, и с другой стороны и в форме роликов, в форме каких-то театральных постановок, в форме каких-то выступлений расскажут о чем-то полезном, о чем-то важном. И здесь нет задачи прям такого явного в то же время призыва. Здесь просто в целом, в общем, рассказываем, показываем о том, каков он ислам, кто такие мусульмане. И в то же время обязательно сюда добавляем некие такие культурные особенности, которые есть у ислам, в исламе, у мусульман и у разных народов, которые исповедуют ислам. И на сегодняшний день мы понимаем, то, что шатер Рамадан – это некая площадка, где стираются, стираются границы между людьми люди себя чувствуют как единое целое. Потому что в России, в Москве живут представители разных, разных народов. И порой мы видим то, что между людьми есть некое недопонимание, есть нелюбовь, любовь, не уважение. Да, и порой это в быту присутствует. Но зачастую это присутствует, когда, тогда люди, когда люди друг друга не знают, да, наслышаны, да, порой негативную информацию какую-то получили. А все-таки такого рода площадка, она как раз-таки людей сближает. Да, вот эти вот границы, они стираются, и люди начинают лучше друг друга понимать. Также я лично сам в рамках шатра но ну, узнал очень о многих народах и особенностях тех, тех или иных народов. Да, и я понимаю, что это меня обогащает. А быть может, я там ну, не открыл там энциклопедию, быть может, я не оказался в этих странах или среди этих народов. Но через подобного рода проект, через такую культурную программу, через просмотр этих роликов, я очень-очень много для себя важное и полезное узнаю. И понимаю то, что это в жизни мне пригодится. Да, вот вы сейчас упомянули про то, что вот Москва очень многонациональный как бы, город, и здесь все живут живет представители разных республик там, России или вот СНГ, духовное управление мусульман Москвы, то вот какие, и что делается, чтобы объединить их? Ну, все наши проекты, они направлены на то, чтобы объединять людей. То есть у нас нет таких проектов, которые несут такой чисто национальный характер, либо там чисто там религиозный мусульманский характер. Мы делаем, стараемся делать мероприятия, которые понятны и ну, будут восприняты каждым. Проводим <coughs> дни открытых дверей Московской соборной мечети, приглашаем туда всех и вся, проводим разные мероприятия, разные, разные мастер-классы, проводим всякие там забеги, какие-то интеллектуальные игры, призываем людей к тому, чтобы люди читали в рамках проекта ИКРА какие-то семинары, какие-то тренинги, какие-то театральные постановки. Все они такого общего характера и они несут объединяющий фактор. Да, объединяющий фактор. Да, порой я как представитель татарского народа, да, порой ну представители моего народа да просят, чтобы там больше татарской, татарской присутствовало там татарский язык. Понимая, что это нужно, безусловно, свои свои корни, свои традиции, свой язык, все это нужно сохранять но в то же время понимая, что мы вот такое многонациональное сообщество, и поэтому даже мероприятия мы проводим все на, на, на русском языке, на, всем, на, на том языке, который всем понятен. Потому у нас, вот еще раз повторюсь, все проекты, они несут им такого рода характер, объединяющий и стирающий вот эти границы. Да, мы призываем к тому, чтобы люди сохраняли свою, национальной, религиозной идентичности. Это очень важно. Важно не раствориться в другом обществе, в другом народе, в другой культуре. Важно остаться носителем своего, но в то же время, безусловно, правильно, там, достойно взаимодействовать со своим окружением, но сохраняя себя, сохраняя себя, свою идентичность. Это очень важно. Да, и потому здесь, да, с одной стороны, такие объединяющие мероприятия, а с другой стороны, те, те мероприятия, которые, опять же, помогают нам именно вот правильно взаимодействовать, правильно общаться, жить друг с другом и в мире согласия. Скажите, пожалуйста, вот государство помогает ли в реализации таких проектов? Милость Всевышнего, правительство Москвы оказывает очень хорошую поддержку. Это не сколько финансовую, а в целом поддержка в организации подобного рода мероприятий. Потому что, ну, вообще и религия нас этому обучает, то, что там бухты-барахты, там какие-то проекты запускать, какие-то проекты реализовывать, но ну, это, это неправильно. То есть, то, так или иначе, есть определенная последовательность, да, там, согласование, да, разрешение, да, даже в рамках, да, там, какого-то учреждения, да, где есть там руководители, где есть имам, где есть муфти, прежде чем этот проект реализовать, необходимо получить одобрение. Точно так же в рамках Москвы, в рамках Москвы мы э, все эти мероприятия, безусловно, согласовываем. То есть, то же самое шатер Рамадана, это, с одной стороны, там, сам шатер поставить, всю эту программу организовать, а с другой стороны, это, ну, месяц, наверное, там, может, меньше, может, больше, это некий процесс согласования, да, с тем, чтобы у нас ну, все было четко, да, там, и разрешение от правительства Москвы, и со, со, соответствующими службами, там, и э, полиция, чтобы охраняла, и там, скорая помощь, и что, 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 много, 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 все это, безусловно, необходимо согласовывать, и здесь, мы всегда чувствовали, мы всегда понимали, то, что правительство Москвы идет нам навстречу. Оно понимает, правительство Москвы понимает то, что подобного рода проекты, они нужны нашему обществу. Они вносят вот некий такой какой-то свой значимый вклад в сохранение, укрепление, объединение нашего многонационального, многоконфессионального сообщества. Из-за этого всегда идет тесное взаимодействие с правительством Москвы, и мы всегда видели поддержку. Да, есть те моменты, где мы что-то по-своему видим. Правительство Москвы что-то по-своему видит. Сейчас у нас вопрос возник по поводу общин, да, функционирования общин в рамках многоквартирных домов. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Мы понимаем, что у нас от... мы приходим, прибегаем к таким площадкам от ну, какой-то степени от безысходности но порой там не все нас, горожане, понимают. Соответственно, какие-то жалобы. Соответственно, правительство Москвы тоже, тоже должно отреагировать на эти жалобы. Да? И их можно понять, их можно понять, и нас нужно понять. И здесь это много, много разных таких факторов. Все это нужно принимать во внимание и находить какие-то наиболее оптимальные пути решения. В Москве, вот, если взять каргазов, то вот где-то полмиллиона кыргыз живут в Москве. И вот... Вы замечаете ли вот какой-то прогресс в сфере религии Там, как, например, 10 лет назад как жили, работали киргизы, а как сейчас живут и работают киргизы? Ну, не с точки зрения лести, я часто об этом говорил, о том, что с точки зрения некой такой религиозной активности киргизы среди представителей Средней Азии они номер, номер один. У нас, к сожалению, есть но, но представители много, многих народов да, в Москве, но такой системной работы не хватает. В большей степени это все-таки присуще киргизской общине, когда идет четкая, планомерная системная работа со своими гражданами ну и не только со своими гражданами, да, часть из них уже стали россиянами. И это, безусловно, дает свои плоды безусловно, ты это чувствуешь, ты, то, что это, ты это видишь. Но видишь, в большей степени в рамках тех или иных мероприятий, которые вы проводите, мы проводим, да, и которые несет немножко религиозный окрас. А в целом, если, ну, если откровенно сказать, да, я как имам, как муфти пересекаюсь с большим количеством людей в городе ли, да, на рынке ли, да, там, в мечети ли, я да, понимаю, то, что работы еще очень-очень много. То есть, есть очень много людей, которые далеки от религии. Далеки от религии. Немало людей, которые в том числе там, и среди татар, и среди киргизов, да, там, которые пост не соблюдают. Да? Вот, например, в мечети там, к имамам приходит, например, много киргизов приходит, там, дам, салу дам, дам, да, просит там, дам. И потом смотришь на ну, людей, люди, люди, ну, там, имам, например, почитал им, водичку, потом человек, человек от, отходит а, и, и, начинает пить воду, да? сейчас вот в Рамадане, и, и говоришь, как, как так? Ну, а мы как бы не знали или, там, или пост не соблюдаем. То есть, это тоже имеет место быть. Да? Даже вот, казалось бы, в Рамадан вроде бы в мечеть пришли, вроде бы там что-то -что как бы знают, за да, что-то да, что переживают. Но людей, которые не соблюдают пост, я так понимаю, все равно их много. Их много, да, среди представителей разных народов. Разных народов. И потому работы у вас у нас предстоит еще очень-очень много. Времени на отдых, на передышку нету. Наоборот, нужно свою деятельность усиливать, свою деятельность усиливать, но вот тоже нужно учитывать особенность стран, нашей страны России, что государство не приветствует некую такую обособленность. Да, да, здесь вот все-таки важно, чтобы быть, ну, частью часть общества, частью общества. Да. Ну, например, взять татар мы, как бы, ну, здесь уже несколько поколений и так или иначе. То есть мы остаемся как представители своих народов. Как представители своих народов, но так или иначе, вот некая такая вот уже интеграция в российское общество, она давно произошла. Но здесь самое главное, да, за что больше всего переживаю, чтобы мы не размылись. Да. Например, например, среди татарского народа очень много смешанных браков. И как итог, уже в следующем поколение, второе, второе, третье, они все-таки уже далеко не татары. Своими именами, своими религиозными а, какими-то а, особенностями, да. И потому я, например, категорически против смешанных браков, категорически против межконфессиональных браков. Да, то же самое и представители кыргызского народа призывая к тому, чтобы они все-таки сохраняли свой народ, свою, свою идентичность. Это, это, это очень важно. Но с точки зрения религии работающих очень-очень много людей много, соответственно, нужно усиливаться и, возможно, кадры нужно дополнительные, и площадки нужно дополнительные. Но в то же время уметь интегрироваться в то общество, в котором мы живем и в котором мы находимся. То и э, напоследок ваши пожелания э, мусульманам Кыргызстана, э, кыргызскому народу? Ну, пожелания, пожелания, пожелания э, сохранить свою суть, духовную суть. Мы, как представители мусульманских народов, волю Всевышнего как некий такой Божий дар получили вот, нам вот, по наследству дали нашу религию наши традиции нашу устои, наши порядки наши каноны и порой мы до конца как люди которые вот получили это и каких-то усилий для того чтобы это получить не приложили никому ничего не заплатили каких-то там каких больших усилий что-то изучать, познавать тоже тоже мы не предпринимали. Мы это получили как вот, вот по, по наследству, скажем так. И порой, 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 порой э, мы до конца не осознаем, какую роль религия, какую роль вера э, несет и должна нести в нашей жизни. С годами все больше и больше познавая свою религию, познавая священный Коран, познавая Сунну нашего Пророка Мухаммада понимаешь, и осознаешь то, что самое ценное на этой земле – это именно вера во Всевышнего Создателя. Это просто неописуемая благодать, осознание, понимание то, что ты не один на этой земле, а то, что всегда рядом с тобой Всевышний, всегда Он тебя поддержит, Он тебя слышит, Он тебя видит, Он тебя окутывает своей милостью, благодатью, и шел как в этой жизни, так и в вечности. И вот очень важно нам вот это состояние не потерять. Очень важно, чтобы мы своими жизнями своими поступками не говорили об обратном, что для нас важнее там карьера то или иное материальное, да, а вера и религия она на втором плане. Вот вот это самое главное, что мы в такое состояние впали, чтобы мы чувствовали и ощущали значимость святости нашей религии и значимости веры во всевышнего Аллаха. И это опять же вот это состояние, насколько мы это чувствуем или не чувствуем, тому подтверждение вся наша жизнь раз. Любой тот тамас, который мы совершаем, любой зикр, который мы произносим, любой пост, который мы соблюдаем, это некое подтверждение, насколько мы осознаем, да, что мы люди верующие, и насколько мы понимаем, насколько то, что для нас это просто величайшее, величайшая благодать. Поэтому самое главное вот не потерять свою духовную суть, самое главное чувствовать сладость веры и стараться, стараться, стараться быть частичку чего-то большего. Не просто быть самим по себе, а быть частичкой чего-то большего, которая старается именно менять мир и жизнь вокруг нас в лучшую сторону. Да, вот когда ты понимаешь, то, что ты не сам по себе, ты не в рамках там, своей работы, в рамках какого-то своего небольшого проекта, в рамках чего-то большего, значимого. Здесь жизнь приобретает другие краски. А мы, как так или иначе, в любом случае, мы представители огромной мусульманской уммы. Да, она огромная, но вот некая такая часть активная, ее не так много. Но в то же время, вот с этой активной частью пересекаясь по миру, ну реально, даже здесь ты чувствуешь такую особую благодать. Да, ты там в Мекку полетишь, в Медину полетишь. Там, в Киргизию полетишь, в Казахстан полетишь, да, ты видишь и встречаешь тех людей, с которыми ты на одной волне. Да, это настолько человека обогащает, настолько человека крыляет, понимаешь, что что ты, что ты вот столь богат, да, вроде бы ты да, вроде такое создание Всевышнего, но в то же время вот этими э, связями, вот этими э, братьями, сестрами, которые есть во всех уголках мира, понимаешь, что ну, что это великое богатство. И это богатство именно через ту веру в сердце, которую, в, 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 которую мы носим в своих сердцах и в своих душах. Это самое важное, вот это самое главное. Не потерять себя и сохранить свою суть на протяжении всей нашей жизни. Спасибо большое, Эльдар Хазрат, за то, что вы согласились, согласились на встречу. И еще раз поздравляем а, с священным хорошо. месяцем Рамадан. Уважаемые телезрители и радиослушатели «Морал ТВ», Сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Совета Улемов Духовного Управления мусульман Российской Федерации, Муфти Москвы, Ильдар Хазрат аляудинов На этом у нас заканчивается эфир, и до следующей встречи. Саляму алейкум, урахматуллахи, у абаракетух.